Офигеть, это вот этот самолет? Жесть! Офигеть, какой мощный самолет, блин! Ребятушки, всем здорова, с вами, как всегда, Артимен, и мы играем Tank Combat War Battle, ребятки, и сегодня мы с вами возьмем этот недавно новенький добавленный танчик в игру, который называется Fire Watermelon, и мы на нем отправимся сражаться в режим выживания и посмотрим, сколько же максимально киллов сможет сделать этот танчик, сколько он нам принесет денег, алмазиков, все это, ребятушки, с вами проверим, поэтому ты перед началом, конечно, подпишись, поставь лайкосик, я оставлю, ребята, конечно, самых мощных дронов, чтобы они мне помогали. Ну и сейчас посмотрим, на что способен этот эпический танчик Fire. Итак, ребятушки, режим выживания на танке Fire. Ну что, погнали. Посмотрим, на что он способен, этот танчик. Огнемет, ребята, этот танк огнемет. По сути, и сейчас посмотрим. И да, дроны мне будут особенно, конечно, помогать здесь, особенно в начале. И особенно против летающих целей, против которых Fire, если честно, иногда сложновато воевать. Он им не всегда наносит дамаг. Ладно, ну мы пока что идем, ребята. Мы только начали, по сути. И, кстати, на этом, на легендарном, нет, точнее, ребята, на лимитированном короле Левиафане я сделал 177 фрагов в этом режиме. Это мой абсолютный рекорд. Сколько сделаем фрагов в этом режиме, ну, точнее, на этом танчике, я не знаю. Давайте посмотрим. Это все-таки гораздо более слабый танк. Это эпический танк. Это вообще огнеметный танк. У него нет столько крутого мощного урона, столько крутых плюшек, ребята. Но посмотрим, посмотрим, на что будет способен этот танчик. Ну, мне очень даже интересно, ребята, проверить. Хорошо, что в игру добавили дронов, которые тебе, блин, помогают реально сражаться против всяких вот мобов, которые летают и по которым сложно, с которыми иногда сложно бывает сражаться, да, ребятки? Ну, посмотрим. Игра, если честно, мне это очень понравилось. Она как Hills of Steel в свое время мне очень понравилась, так и эта игра, она реально классная. Прям танчики сделаны тут добротно, весело. Понятно, что игру еще можно и надо. Можно и надо улучшать и больше делать всякого разнообразия, но здесь уже интересно, ребята. Это уже круто, и режимов много, и всего остального, и танчиков, и всего-всего-всего-всего-всего. Вот, например, есть дроны, которых нет в Hills of Steel. Ну, они есть, но, типа, не постоянные. А здесь постоянный дрон. Так, давай, атакуем. Уже, у нас уже 29 фрагов. 29 фрагов. И смотрите, когда враги потихоньку... Потихонечку становятся сложноватыми. Так, в кислоту я не поеду. Нет, я не хочу в кислоту, потому что она наносит капец сколько много урона. Так, давай, все, ребят, ну пока побеждаем. Пока все получается, да, нам становится, конечно, сложновато. Смотрите-ка, да, уже танчики не так быстро лопаются, как раньше, ребятки, уже... Ой-ой-ой, нет, в кислоту попал. Блин, капец, давайте валите самолет, валите самолет. Вот, начинаются проблемы, ребята, с летающими целями. Они становятся очень мощными, и с ними сложно воевать. Так, ребята, этот танк, который пуляется кислотой, это очень самый, наверное, мой опасный противник. Так, давай, все, этого победили, замечательно. Двигаемся дальше, давай, все, наконец-то мы должны уже заехать в эту гору и ее осилить. Давай, Файр, я в тебя верю, это, ребята, эпик танк. Так, блин, ну жизни нам уже быстро снимают. Эй, почему так быстро? Ребята, нам, да, все-таки чувствуется, что танчик не такой мощный. У него гораздо меньше, ребята, жизни. Гораздо меньше, ребята, у него атаки. Смотрите-ка, нам уже становится реально сложно. Уже реально танчики некоторые нас начинают здесь побеждать. Ой-ой-ой, ракетами меня закидали. Так, ну давайте, подъезжайте. Кто там следующий? Кто следующий? Давай, едь на меня. Едь сюда, на. Отлично, этот побежден. Так, ты тоже, и ты тоже, замечательно, ребятки. Так, аккуратненько, я буду здесь их стоять ждать. Давайте, подъезжайте, ребят. Да, они уже становятся мощными, у нас 48 фрагов. И нашему Fire становится сложно с ними сражаться. Я прям не скрываю этого, что становится сложнее. Да, мы пока что их, в принципе, лопаем быстренько, но они уже наносят намного урона. У меня меньше половины хп-шек осталось. И здесь почему-то нету аптечки. Я вот не могу взять и использовать аптечку, бустера вот этого нету. Ну, вообще они есть, но они вроде как для обычных режимов. Ой-ой-ой, да ладно, кто мне столько урона нанес? Офигеть, это вот этот самолет? Жесть, офигеть, какой мощный самолет, блин. Нет, да ладно, они меня уже убили. Капец, ребятки, первую жизньку мне уже потратили. Ну что, восстанавливаемся на 100%. И надо, блин, как-то побеждать этого гадкого самолета. Фух, все, наконец-то. А еще один, вы что, издеваетесь?
Капец, блин, они тут просто, я не знаю, давайте дрончики, пожалуйста, справляйтесь с ними, справляйтесь. Я вас верю, все, ребята, дроны начинают не справляться. Враги становятся очень мощными. 56 фрагов, ребята, уже 56 фрагов, а мне тут полный капец, просто меня тут гасят вовсю эти боты. Так, все, пока держимся, ребята. Еще один самолет, но это, ребят, вроде бы бомбардировщик. Так, ну ладно, мы от него улетели. Точнее, убежали, все, нормально, ребятки. Ну да, смотрите-ка, все, мои мобы, точнее, мои боты, мои дроны, ребята. Мои дроны уже не так хорошо справляются с этими всеми танчиками. Враги становятся сильными, реально сильными, прям вообще без шуток. На огнемете очень сложно с ними. Нет, назад. Так, прут, просто едут вовсю на меня. Так, эти пулеметчики, все, давай побеждаем их. Капец, реально у них много жизней становится. Жесть, просто 63 фрага, ребята. 63, так, давай, летающего этого чел. Ой-ой-ой, нет, не надо взрываться, пожалуйста. Фух, все, она пропала, ребят. О, да, ребят, здесь становится уже реально сложно. Реально капец, как сложно, ребята, сражаться в этом бою. Это вам уже не просто так. Не просто игры на самом мощном танке. Здесь все гораздо сложнее. Блин, опять этот пулеметный прилетел самолет. Уа, жесть, нет, пожалуйста, не гасите меня, только не гасите, прошу вас, просто жесть, блин, сколько у них жизней. Так, ребят, я отступаю, потому что я больше просто ничего не могу делать, иначе меня сейчас просто загасит, блин, гадкий самолет, самое сложное здесь цель, я не могу в него попасть своим огнем, он, блин, далеко находится и атакует меня, а урона под него наносится капец как мало. Фух, все, наконец-то с этим самолетом, ребята, справились с дроном. Так, отъезжаем, давайте пока что отступаем. Здесь вроде как можно вообще бесконечно отступать, и это, конечно, очень круто по сравнению с Hills of Steel, блин, но здесь очень сложные режимы, сложные мобы, реально сложные, это вам не просто хихоньки да хахоньки, это реально серьезные здесь противники. Так, а ну-ка, давай отступаем, блин, он в меня какой-то взрывчаткой пульнул, блин, у него еще и пулемет мощный, давайте дроны, валите, я просто, вся надежда на дронов, я от него буду удирать. Так, 70-й фраг, сделайте вы мне уже 70-й фраг, давай! Ну же, это муха какая-то непонятная летающая. Блин, она в меня все равно попадает. Просто жесть, я, ребят, просто от них удираю. Моя тактика заключается в том, что я удираю от противников. Капец, 70-й фраг, ребята, как я это сделал? Я думал, ребята, я не дойду до такого результата. Эй, назад, ты чего? Он застрял. Капец, я, блин, много жизней потерял просто потому, что застрял на месте. Так, ну ладно, гасим. Давай этого тоже просто гаси их. Да, все, нормально, справляемся пока что. Ну, у меня очень мало жизни, ребята. Просто очень мало жизни остается. И мои дрончики наносят очень мало урона. Смотрите-ка, какие стали мощные у нас мобы. Они реально капец как атакуют. Вот просто вы сами видите, что происходит. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блин, очень сильные ребята. Просто жесть, они реально очень сильные. Так, Давайте валите их, просто побеждайте. И, блин, даже на огнемете сложно. Давай, держимся. До конца, просто до победы. Да, 75 фрагов. У меня просто нет жизни, ребята. У меня просто они заканчиваются. Так, 76, ну нормально. О, летающая какашка прилетела. Нет, блин, капец, что мне делать, ребят? Ну я буду просто удирать от нее. Я не знаю, что делать. Я буду от нее удирать и пуляться огнем, потому что я не знаю. Не, она все равно в меня попадает своими пульками, своими какими-то вот этими иголками непонятными. Блин, все, она меня завалила, ребята. 76 киллов я смог сделать на этом танке Fire в этом режиме выживания. Но это, ребята, конечно, мало. Конечно, это маловато, потому что, ну, нормальный танк должен делать минимум 100 киллов должен сделать. Здесь, конечно, вообще не получается ни в какую. Все-таки этот танк такой достаточно слабоватый, мы это с вами видим. Тем не менее, мы заработали за одну катку 10 тысяч монет, а если посмотреть видео, то будет 40 тысяч монет и 40 гемасиков. Ну, в принципе, ну, не знаю, наверное, все-таки это слабовато, ребята. Наверное, все-таки это слабовато, да и результат 76 киллов тоже слабоват. Но вот такой вот он, ребятушки, эпический танчик Fire, огнеметный танк, не самый сильный, не самый мощный, но в какой-то степени прикольный, сколько-то уровней он вам точно и боссов поможет пройти.
Ну а если тебе понравился этот ролик, посмотри предыдущий ролик, как я сражался на лимитированном короле Левиафане в режиме выживания. С вами был Артмен, всем до новых встреч, всем пока-пока!